опять же, это сплошное лукавство нашего правительства, потому что есть постановление правительства номер 1037, в соответствии с которым вот эти все наши теплопредприятия и считают эти платежки. И там есть всякие разные формулы, которые я, человек, который проработал в ЖКХ более 16 лет, я читаю и не понимаю, как читать. И половина Украины применила вот так, прочитала, половина Украины так. А теперь мы суд устраиваем над всеми. Так вы, господа, разберитесь, дайте четкие рекомендации, инструкции и не обманывайте людей, что вы сейчас будете устраивать всеобщее, понимаете, наказание. Поэтому государству нужно выполнять свою роль регулятора так, чтобы было однозначно понятно, что на что умножаем и как посчитается цена услуги. Вот этого не происходит. И нужно не шоу показательное делать, а нужно просто элементарное дать разъяснение, как прочитать эту запутанную постановку.